Представьтесь. Здравствуйте, Прошев Евгений, подземный Бургас. Как для вас прошла эта встреча? Ну, для нас удача, победили. У нас сейчас одна цель, сложная и простая, то есть забивать как можно больше, потому что, я, скорее всего, будет решаться разница мячей. Как поэтому... оцениваете сегодня игру соперника? Ну, соперник сделал все, что мог, боролся, но мы классом повыше, поэтому забили побольше. Но много не забили. Спасибо, удачи вам. Спасибо.